Ты кто, скажи? Рассказывай. Вот за что тогда тебя 20 лет назад посадили? Из-за насморка. Я чихнул, а сторож проснулся. Поняла? За растрату посадили тебя. Проворовал чеварюга. А деньги не нашли. Куда ты их спрятал? Где они? Ты бухгалтером был в конторе. Наворовал, а куда дел? Хорош баланс дугнать. Я отдохнул 3 дня, почиферил как надо. Теперь займемся супружескими обязанностями. Какими? Чем? Сексом? Чокнулась. На что ты мне нужна? Мне надо мое богатство. Я его у тебя заберу. Оно тут. Спрятано. Где тут? Ну, где-то тут. Отдавай все свои украшения, бриллианты. Акции есть у тебя какие-то? И их давай. У меня будет полно денег. Это я тебе подарил все. Я. Все я для тебя сделал. Мне 65, но я начинаю новую жизнь. Ты же когда вошел 3 дня назад, плакал. Говорил, что приехал сюда умирать. Я даже френдов спрашивала, как хоронить. И они сказали мне, лучше всего в целлофановом пакете. Ага, умирать. Да я проверял тебя на вживость. Пошутил. Давил на жалость. Не собираюсь помирать. Обманул. У меня кличка на зоне была «Степной волк». Ага, лесной полевой. Какой ты волк с таким носиком? Ты кролик засраный? Нет, ты сурикат пустынный, длинноногий. Чего? А я тебя пожалела. Думала, не сегодня, завтра помрешь. Пакет приготовила хоронить. Ты лежал, стонал. Один только день лежал, а потом начал командирничать. У тебя не тот нос, ты не носатый, а у того торчал, а у тебя обвислый. Обвислишь тут? Посидела бы с моё. Не нос это! Я проживу 150 лет. Бог мне дал наказание. Теперь я исправился, и теперь я буду жить по-новому. Бог подарит мне еще 100 лет жизни. Покажи паспорт. Продам квартиру, поеду в Турцию отдыхать, загорать. Думаешь? Думаю. Угу. Ты моя жена, ты обязана мне все сделать. Угу. Дашь мне все. Угу. Ну и все. Угу. Дам. Хорошо. Дам. Наскреб. Держи. Гадненцы убили Зою. Чего? Говорю, ну раз просишь, вот и дам я тебе все, говорю. Не хочу тебя калечить, но придется. Тяжело в деревне без нагана, но чао, персик, да забивай! Она подошла к нему сзади и ударила подушкой по голове. Петр Ильич упал. Она быстро связала ему руки веревкой. Вот и хорошо. Вот и полежи, как говорят мои френды. Пушкин дописался, Гагарин долетался, а ты допрыгался. Дура! Веревку зачем? Затем! Обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи. За веревку дернула и тихонько пернула. Обезьяна ты. Клизма, знай свое место. За что ударила? Я сижу тихо, примус подчиняю. Вот и подчиняй. Помолчи. Ты жертва пьяной акушерки. Ты конь педальный, собака два нога. Думаешь, я таких слов не знаю? Меня в интернете френды научили. Лежи, лежи. А то скачет, как кролик без носа. Не подойти к тебе. Прыг, да прыг. Допрыгался, я в подушку завернула гантелю. От тебя она осталась еще. Давным-давно лежала, плилась. А вот пригодилась, гляди-ка, один раз орехи ею колола. Френды посоветовали. А так она все лежала под кроватью. Ишь, спортсмен, пригодилось твое добро. Я ее даже пилила по совету френдов. Думала, она золотая, раз не нашли твое сворованное. Дура, как Шурик Балаганов. Пилила, пилила, думала, скоро золото появится. Ага, как же, полежи. Это только оглушить, не убить. Хотя пора бы уже. Спасибо френдам ЖЖ. Я спросила у них, а как можно оглушить человека? Было 343 комментария. Все советовали как, у всех опыт есть. Сказали, можно утюг, полотенце или гильку потяжелее.
Или на крайняк можно, когда он моется в ванной, бросить в ванну фен. Правда, тогда человек сварится.